Друзья, доброго дня! Сегодня у нас в обзоре снегоотбрасыватель Yanmar, модель YSRA80X. Снегоотбрасыватель на гусеничном ходу. Отличный снежек, имеет ковш шириной захвата 63 сантиметра и высотой ковша 55. Снегоотбрасыватель с электростартером, оснащен дизельным одноцилиндровым двигателем воздушного охлаждения. Двигатель также Yanmar. В управлении все очень просто. Здесь у нас находится рычаг включения повышенных передач, либо пониженных передач. Рычаг коробки передач, 4 скорости вперед, 1 назад. Здесь у нас рукоятка газа. Имеется также ручной стартер. Замок зажигания, рычаг включения привода шнека, рычаг изменения положения на дальности выброса. Также имеется фара, рукоятка поворота на выброс. Имеется педаль изменения положения ковша, перевода в транспортировочное положение. Вот, собственно, вкратце это все. Сейчас запустим двигатель, посмотрим, как работает. Ну, собственно, отличный снегоотбрасыватель, абсолютно исправный, проверенный и готов к дальнейшей работе.